Всех приветствую, продолжаю знакомиться с работами художников Матье Баратье, французский художник, гравер и литограф. Родился 23 марта 1784 года. Начал свое обучение в своем родном городе у Жака Гемелена, город на работу. Затем отправился в Париж, чтобы завершить обучение у Жака Луи Давида. В конечном счете отказался от неклассического стиля Дэвида в пользу романтизма, заметным пристрастием к английскому искусству. Я цитирую Википедию. Он неоднократно бывал там и обладал большой коллекцией английских гравюр, которые сейчас хранятся в Музее искусства и истории Нарбонны. Также был поклонником лорда Байрона и создал эскизы к его эпической поэме «Дон Жуан». Прожив несколько десятилетий в Париже, в 1850-х годах переехал в Каркассон, затем вернулся в Нарбонну, где стал членом комиссии по археологии и литературоведению. Помимо гравюр он собирал книги, картины, керамику, рисунки и другие культовые артефакты, включая древнее оружие. У него также был интерес к балету, к театру, для которых он создал обширные иллюстрации. Среди его картин двумя наиболее известными являются работы ориенталистов «Байдерка, танцующая с восточным принцем» и «Прелести гарема». В дополнение к своим оригинальным работам он создавал цветные гравюры по мотивам работ Фрагонара и Мадмуазена. Ну, вот так вкратце написано в Википедии о Матье Баратье, французском художнике, гравюре и литографе. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.